В прошлом месяце курс доллара на московской бирже устойчиво рос на фоне ослабления платежного баланса нашей страны, выхода иностранного бизнеса из российских активов, а также растущего спроса населения на валюту в сезон отпусков. Об этом сообщает РБК. Что делать в такой ситуации гражданам и как сохранить финансовую устойчивость, покупая желаемые товары, расскажет наш корреспондент. Известно, что недавно курс рубля резко ослабел по отношению к доллару и другим мировым валютам. По мнению экспертов, главная причина экономической проблемы – санкции и сложности с продажей наших углеводородов. Неблагоприятная статистика видна уже не первый год, и цены на многие категории товаров только растут. Особенно падение курса рубля влияет на рост цен на автомобили, в том числе и отечественные, в частности из-за импортных комплектующих. Автоэксперты и экономисты прогнозируют и дальнейшее подорожание авто и рекомендуют тем, кто планирует приобретение машины, поторопиться. Ситуация на рынке постоянно меняется. Меняется из-за разных причин. Это политические причины, причины экономические составляющие. На данный момент, с учетом сейчас изменений и будущих изменений, которые прогнозируются, самое время покупать автомобиль уже именно сейчас. Компания старается оперативно в этом вопросе работать. Стараемся быть гибкими в ценообразовании. Единый центр «Трейдин» – это одна из крупнейших компаний на тверском рынке по продаже автомобилей с пробегом, где работают профессионалы, готовые поделиться всеми секретами выгодной покупки. Здесь вам гарантируют безопасные сделки и подберут действительно качественный автомобиль без неприятных сюрпризов как с юридической, так и с технической стороны. Более 500 автомобилей от эконом до бизнес-класса можно приобрести здесь и сделать удачную покупку даже в самое, казалось бы, неудачное время.